Привет всем, привет всем! С вами Лига Music Arts. Сегодня необычное видео. Сегодня мы, так скажем, объявляем большую благодарность всем, кто участвовал в акции «Подними доктора на второе место». Просто колоссальное количество всех, кого по возможности я успел заскринить. Многих даже по два раза, но это тех, кто дарил мне музлайки. В общем, я старался максимально находиться в онлайне, чтобы всегда замечать, кто примерно сколько, ну, то есть дарил. Там количество свечивается, но бывало такое, что ты приходишь, висит уже вот 1400, 1900, там 440 музлайков висит, и ты просто фактически не знаешь, кто это сделал. И многие скрины я оставил такие, чтобы просто показать, что там прям человек один висит, у него где-то подарил 2600, и там сверху вообще висит еще целая гора, то есть около 3900, там 3700 музлайков, и сидишь, голову чешешь, кто так? Поэтому много раз пытался сказать, что, ребят, пожалуйста, если вы дарите музлайки, смотрите, чтобы я был в онлайне. То есть если я не в онлайне, я потом прихожу и, да, что делать, ну кто-то же подарил. Вы хотя бы, если дарите, и меня нет в онлайне, хотя бы пишите мне в личку, что типа, доктор, десяточка от меня, держи, все как положено, все как надо. В общем, хотел еще раз поблагодарить, сказать спасибо всем, кто дарил мне музлайки. Я очень тронут и польщен, вытащили меня на, сейчас, ну как бы так сказать, на второе пока твердое место. Осталось 4 часа до конца первого тура. И самое смешное, что начнется второй тур, и вы увидите, какое колоссальное количество музлайков надарили мне подписчики. Блин, если я еще раз кубок возьму, это, наверное, для меня будет просто шоком. На заднем фоне, как вы видите, то есть идут куча народа, куча, ребят, 77 человек я отскринил, то есть 77 человек. К сожалению, мне еще до сих пор не пришли мои рубины за партнерку, я очень их сильно жду. Буду в обратном порядке всех по возможности награждать, все, кто есть, потому что еще, ребят, еще примерно 6 или 7 дней еще будет возможность и дарить музлайки, и выкупать мебель. Плюс я сегодня вытащил Ктулху 15-го, то есть это первый раз, когда я вытащил предмет плюс 15. Ну, хотя он 27 уровня, но все равно, это 27 уровня предмет. Блин, я так смотрю, вот прям, и там, вот у меня в подписчиках сидишь и с 5 уровень, 6, 7, там, 10, 8, 15, 14. Всех, если честно, я по музлайкам, те, кто дарил, но большинство, сразу скажу, я знаю. Я знаю, честно знаю, но иногда бывает такое, что я и забываю некоторых. Не знаю, дойдет до конца, не дойдет, так что спокойно можно посидеть, посмотреть, сказать, о, нифига себе, сколько народу. Даже, кстати, да, хвостик даже пришел, это я в прошлый раз еще заметил. Это уже, по-моему, с последнего стрима последние идут. Да, домохозяй последний там докидывал по нему. Тоже вопрос еще неизвестен. Совушка, один из моих известных спонсоров. Юля, пришедшая, дикая, тебе большой привет. Лиморга я не знаю. Вообще просто не знаю. Ну и вот видите, ну повторяются периодически. Это просто у людей появляются и они дарят. Я имею в виду, но топ 20 уровень. Коя, белобрысый. Как я уже много раз говорил, вы если дарите, меняйте свой скин. Виталик. Виталик уже несколько раз попадался здесь. Наверное, еще будет, скорее всего, один такой видос, потому что просто количество просто зашкаливает. Ну, наверное, помолчать нет. Скорее всего, наверное, какую-нибудь музыку надо включить будет. Такую прям, как он, как называется она? Такая бодрая, такая настоящая, чтобы она прям звучала. Не буду ничего включать. Это я шучу. Ну, еще раз хотел сказать спасибо. Спасибо, ребят, всем, кто дарил музлайки. Спасибо, кто старался меня вытащить. Топ вообще просто. Не, интересно, правда, мы топ возьмем, не возьмем. Ну, первое место однозначно, я туда не попаду. Никогда не попаду, и сил у меня не хватит туда влезти. Ну, вот там второе, третье место. Возможно, я еще и даже удержусь. Ну, что сказать. Спасибо всем, ребят, еще раз за музлайки. Прям это вот видео, так сказать, видео благодарность. Жалко, что рубины не зашли. Рубины бы зашли, я бы, и, наверное, и разыграл по комментам, и подарки подарил. В общем, жду, что мне ответит администрация. Обязательно, ребят, всех на стриме, ну, то есть, который будет, награжу, как только появятся рубины. Давайте. Всем счастливо, всем спасибо.